Итоги написания всероссийского географического диктанта подвели в Северо-Восточном федеральном университете. На вопросы журналистов ответили главные организаторы экзамена и сотрудники вуза. В этом году количество участников превзошло все ожидания, обогнав прошлогодний показатель почти в 8 раз. В одном только городе Якутске на специально оборудованные пункты проверить свой кругозор пришло более 11 тысяч человек. А по всей республике в диктанте приняло участие более 21 тысячи человек. География охвата проведения тоже значительно расширилась благодаря опорным пунктам, которых стало больше на 250 штук. Результаты работ можно будет увидеть после 25 декабря на сайте Русского географического общества. Всего было по стране три варианта. На Дальний Восток, вот третий вариант у нас был. Потом Сибирь, значит, и европейская часть. Я думаю, когда такими темпами набирается, в целом по стране тоже, в общем-то, увеличение наблюдается количество написавших диктант. И поэтому мы надеемся, что и в будущем году пройдет. Ну, некоторые предлагают перейти вообще на онлайн-тестирование. Но это, наверное, не совсем хорошо с технической точки зрения, потому что не во всех местах хороший интернет. Особенно у нас по республике. Вот, конечно, есть места, куда мы отсылали, допустим, задания, они никак не могли дойти.